Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch, канал только о смарт-часах. И сегодня у нас обзор уникального циферблата от уникального разработчика. Вот такой вот Красивенький, классненький. Смотрите, циферблатик обратите. У него фон хаки, и это все меняется. Циферки классные. Все на русском языке он мультиязычный. Сейчас все больше и больше разработчиков, которые работают конкретно непосредственно с каналом Galaxy Watch, начинают вводить русский язык в своих циферблаток. Потому что после обзоров на канале. Естественно, большая часть их покупателей или те, кто их посещает, становятся русскими. И русский язык учитывается. Естественно, дорогие друзья, на этот циферблат разработчик дал 50 промокодов. Каждый, кто первый поставит лайк и напишет комментарий этому видео, что он хочет действительно этот циферблат. Да, промокодик на него получит промокод. Успевайте. Промокоды разлетаются быстро, а еще быстрее их воруют. Прям. Поэтому следите. Я буду стараться их сразу же после эфира данного видоса раздавать. Поэтому будьте внимательны. Мы поехали с вами. Что мы видим? Здесь у нас три ярлыка вверху. Дальше у нас день недели, месяц, число месяца, цифровое время, которое может быть 24-часовым, либо 12-часовым, в зависимости от ваших настроечек смартфона. Дальше виджет погоды, все это меняется, шаги, естественно, показывает, какое у нас сейчас поставлено время 24- или 12-часовое, потом заряд аккумулятора. И вот так интересно и классно сделано. Придумано, да, стрелочка, конечно, это не новшество, но тем не менее смотрится достаточно интересно, секундная стрелочка. Ну а теперь поехали смотреть по настроечкам. Картинка, конечно же, высокого качества, все отлично видно, все хорошо просматривается. Так, долгий тап, 3 секунды, настроечки и поехали, дорогие друзья. Первое, что у нас меняется, самое первое, это фон циферблата. Смотрим, пожалуйста. И их есть несколько. Можно сделать просто черный фон. Потом вот такой цвет хаки. Дальше вот такой. Все эти цвета хаки просто они по-разному реализованы. Их здесь раз, два, три. Просто черный фон и три фона цвета хаки. Естественно, самый экономный это вот этот вот режимчик. Поехали дальше. Хотя и те тоже не будут, немного будут они есть энергии, потому что они не яркие, а такие полутемные. Так, дальше у нас смотрим индексы. Обратите внимание на индексы. Это вот эти вот штучки, полоски, обозначающие часы. Вот так они становятся пожирнее. Вот так они убираются совсем. Это вы как хотите, короче. Здесь вот они тоненькие, тут ярко выраженные, да, и здесь вообще убираются. Все, выбирайте любую позицию, которая вам нужна, и поехали дальше. Дальше обратите внимание на текст, любой текст, который здесь есть на этом экранчике. И вот так он будет выделяться. Так, ну хотя здесь не получится, давайте я вам тогда продемонстрирую. Вот сейчас вы видите, как он выглядит, без включения данной функции. Теперь проходим и смотрим, как он будет выглядеть, когда мы эту функцию с вами включим. Это у нас вот эта вот функция выделения текста. Нажимаем ОК. И появляется, видите, вокруг текста появляется такая э, рамочка. Ну и получается, что фон текста, он такой, более серенький становится. Если вы поставите цвет хаки, любой, то выглядит это будет достаточно интересно. Вот смотрите, сейчас выделенный текст мы с вами сделаем. Вот возьмем посветлее. И смотрите. Вот так видно хорошо. Видите, уже выделен фон всех цифровых числовых значений. Поехали дальше. С этим, я думаю, мы разобрались более подробно. Да? Все, цвет мы выбрали. Дальше стрелка. Вот сейчас вы у меня видели, секундная стрелочка, она у меня была зеленая. Если мы сделаем вот так, то теперь эта секундная стрелочка, как видите, красненькая. Ну, красненькая тоже, мне кажется, очень интересно смотрится. Причем ярко выделена. И, так скажем, больше. Ну, хотя и зеленую тоже нормально видно. Так, все, едем дальше. Дальше у нас здесь стили режимов АОТ. Или экран всегда включен. Вот так. Если будет, то будет выглядеть вот таким образом. Дальше. Обратите внимание, что появляется чуть больше информации. А еще дальше, если мы включим, то у нас появляются вот эти вот тоже ободки дополнения в режиме АОТ. Естественно, вот этот режим АОТ, он будет наиболее энергоемким. Все, пошли дальше. Дальше уже колор, цвет. Цвет а, нескольких, смотрите, значений. Это времени и вверху получается ярлычков. Цветов смотрим сколько. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять цветов. Думаю, найти можно что-то для себя интересненькое. Ну, мне как-то больше зелененький весны хочется, лето. Поэтому зелененький, наверное. Ну, а здесь, как обычно, все. А здесь устанавливается тап. Какой-то по времени, ну, допустим, выставим последнее приложение, чтобы было удобно. Дальше ярлыки приложений и здесь виджеты. Можно установить все, что вы хотите. Здесь не все виджеты выставляются, здесь только ярлыки приложений хорошо видны. Вот здесь же выставляются виджеты. Когда вы это все сделали, нажали ОК и получили вот такой красивый циферблат. Как я уже сказал, дорогие друзья, промокодики успевайте ставить, ставьте лайки, пишите комментарии. И обязательно не спасибо. А если вы действительно хотите промокод на данный циферблат, то пишите «Хочу промокод». Или там какой-нибудь комментарий И «Хочу промокод». Промокод, промокод. но ну, чтобы было понятно. Вам же, дорогие друзья, я напоминаю, что вы были на канале Galaxy Watch. Подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии. Естественно, только в том случае, если мои видео были для вас полезны. До свидания, всего доброго и до новых встреч.